субботний вечер Адмиралтейская площадь Воронежа превратилась в танцевальную площадку. Около сотни человек – автомобилисты, велосипедисты и танцоры – стали участниками необычного флешмоба «Танцы на колесах. Включайте». Чтобы все люди танцевали, радовались жизни, чтобы ездили, уважали друг друга на дорогах, улыбались чаще друг другу. Таким творческим способом активисты хотели привлечь внимание общественности к проблемам безопасности движения. Let's go.